Всем большой привет! Наконец-то у меня на канале созрел конкурс. К сожалению, не так часто я его провожу, но пока только так получается. Давайте расскажу небольшие условия, а потом покажу подарки. Потому что, как правило, когда подарки покажешь, уже люди условия не слушают. И, как показывает вообще вот все мои конкурсы, которые были, и у других девочек я вижу одна и та же тенденция. Какие бы ты правила не говорил, например, выполнить это. Люди пишут: участвую, и все. Вот, поэтому давайте сначала условия, внимательно слушайте. И давайте в комментариях не надо писать «участвую». Понятно, каждый комментарий участвует. А ответим на вопрос, который я задам. Это и будет основной, ну как бы, основным пунктом, который надо выполнить. Конкурс будет по России. К сожалению, почта настолько дорогие расценки делает в другие страны, что оплатить легче купить еще столько же продуктов, нежели оплатить доставку в другую страну. Поэтому конкурс будет только по России. Если вам нет 14 лет, то с разрешения родителей можно участвовать, чтобы они могли получить посылку. И основное правило как бы конкурса: в комментарии под этим роликом напишите, если у вас ник непонятный, то напишите свое имя обязательно и напишите, для чего вы приходите на YouTube, то есть зачем, что вас привлекает и почему вы открываете ролики. Ну, вы, наверное, поняли, да, сам смысл вопросов, что вас притягивает на каналы, на ролики и на какие-то конкретные темы, и что это дает. Благодаря этим ответам я не просто получу, как бы, знаете, такое удовлетворю любопытство, но и пойму, что людям интересно, и, может быть, в чем-то это поможет мне улучшить мой канал. Вот. Так что обязательно напишите, что вам дает YouTube. Ну, вот как-то разверните этот вот ответ. Я думаю, каждый понял, что я имею в виду. Это основное требование конкурса. Можете не быть подписчиком, это личное дело каждого. Добровольно принудительным никого не заставишь в любом случае быть подписчиком. Поэтому мне вот интересен только ответ. Ну и давайте я покажу, что же будет подарком тому, кто выиграет. Выиграет тот, кого выберет программа случайным методом. Наверное, так. Чтобы было честно. Потому что есть те, кого ты больше любишь, есть те, кого ты вообще никого не знаешь. И чтобы не победило желание подарить что-то тому, кого ты знаешь, поэтому будет такой слепой отбор победителя, тот, кого определит программа. Все, наболталась, давайте показывать подарки буду. Ну, главный подарок уже стоит. Я говорила, что будет игрушка, которую я шью своими руками. Это будет вот такая няшка. Все мои слоняшки имеют имя Няшка. Поэтому вот эта слоняшка поедет к победителю. Она, девчонка такая, уже в платье в нарядном нарядилась. И очень хочет попасть домой. И вот этот зонтик служит ей не просто украшением, но еще и помогает более крепенько, ровненько стоять. Вот такая девочка ищет свою новую хозяйку. Ну и теперь основные подарки. Ну или дополнительные. Так как у меня канал Beauty, многие оспаривают, но тем не менее все равно, так как я люблю косметику уходовую, декоративную, то канал в любом случае Beauty. Поэтому будет Beauty подарки. От Деликея это крем-гель для душа, слива и цветы сакуры с маслом жожоба. Кремовый, наверное, вкусно пахнет, 250 мл. Следующее. Следующий, вы знаете, я тоже решила гель, но такой гель, который, ну, в какой-то мере, наверное, был бы еще и красивым подарком и являлся каким-то сувениром. И я отобрала вот такое мороженое, такое симпатичное. Так, что у нас тут написано? Серия пломбир с ароматом ананаса, гель для душа. Вот такой. Тут 500 мл, кстати. Потом можно эту упаковку использовать...
Ну, как для жидкого мыла, например. По-моему, симпатичный. Будет очень приятно победителю получить такой подарок. Следующее. Гели закончились. Жидкое мыло. Мне хотелось взять такое жидкое мыло, которое не замылило на данный момент глаза. И что-то вот такое прямо новенькое и оригинальное. Свежесть цитруса. Цитрусы все знают, что я очень люблю эти ароматы. Это увлажняющее мыло. Вот. А зимой увлажнение не помешает. Следующее. Аромат. Вы знаете, мне не хотелось покупать новый какой-то аромат, в то время как у меня дома есть аромат закрытый. Я очень люблю аромат сирени. И когда была возможность, я купила себе два. Ну, не себе, я купила вообще два. Один запечатанный и один поставила себе в использование. Аромат сирени. Вот такой вот симпатичный флакон. И сейчас я решила свой любимый аромат, который запечатанный, разыграть. А это второй, которым я пользуюсь. Мне он нравится. Приятный. Но это моноаромат. Может быть, не каждый любит аромат сирени. Ну вот я так поставлю, чтобы вам было видно. Но, тем не менее, я буду дарить то, что сама люблю. У каждой девочки должно быть в сумочке гель для рук. Я при покупке об этом говорила. У меня всегда такая вещь. Не только в сумке, но и в запасе одна стоит. Она идет полностью антибактериальный компонент, очищает руки. То есть, если вы зашли в какую-нибудь столовую, в кафешку перекусить, то можно не идти в общественный туалет, потому что пока вы из него идете, вы опять за все будете браться, и руки опять будут все в бактериях. Поэтому такой гель для рук всегда пригодится. Он без салфеток, без воды, без мыла полностью очищает вашу кожу рук. Ну, мне кажется, хороший подарок, дополнение к подарку. Также я уже говорила, я без бальзамов для губ не могу, и мне кажется, они должны быть у всех. Этот бальзам для губ цветной, я опрос делала, и многие девочки написали, что у них нет цветных бальзамов, в основном только те, которые нужно использовать по назначению. Но я люблю цветные бальзамы, этот заменяет даже легкую губную помаду, а он увлажняет, обеспечивает длительную защиту. Тоже от Делике, как и гель. Так, куда мне его поставить? Ну, давайте так уж будет лежать. Мыло. Мыло тоже от Делике. Яблоко и гранат. Вот так вот выглядит. Половина мыла с ароматом яблока, половина с гранатом. Очень красивое. Оно тоже больше как украшение будет в посылке. Это не все. Еще будет вот такое мыло. Эти лепесточки можно отрывать и использовать как отдельно взятый кусочек мыла. Каждый лепесточек – это одноразовое применение мыльца. Не знаю, тут будет что-то видно или нет. Ну, в общем, вот такое поедет. Вообще, вот как вот, например, вот эти вот розочки, вот это яркое мыльце, вот этот вот флакончик – это все как бы создает эффект праздника. То есть это взято для разноцветных красок. То есть тут не то, чтобы в цене как-то, знаете, подешевле купить. Нет, я искала яркие краски. Даже гель я старалась взять вот этот вот голубой. Мне хотелось, чтобы посылка была яркой. Что это праздник, это подарок. Ну, как-то вот. Ну, хотелось так украсить. Ну, и так как я девочка-то люблю еще и декоративную косметику, то я решила вот такую палетку взять. Это палетка теней. Я не знаю, что это за фирма такая, если честно. Но я на нее последнее время постоянно вижу обзоры у девочек. Вот я даже не вижу, чье. Вот здесь написано Англия. Может Англия. Давайте вот здесь информацию покажу. Вдруг это важно. Срок годности у нее 3 года. Я тут, правда, ее уже затискала, вот что в ролике показывала. Но сейчас хочу показать оттенки. Вот так вот выглядят оттенки теней. Они, с одной стороны,
и для нюдового спокойного макияжа подходят, и для яркого вечернего. Тоже тут можно сделать очень красивый макияж. Этот матовый, вот этот темненький коричневый матовый и черный, по-моему, для стрелочки матовый. Кисточка тут мудро так приклеена к этой вот слюде. С этой стороны, видите, кисть, с этой спонж. Я обратно так возвращаю и заклеиваю. Ну, я думаю, человеку, который выиграет, ему будет приятно получить такой подарок. Ну и последнее, что будет в моем подарке. Я такого не делала еще ни разу, но в этот раз решила. Мы же любители кошек, да, у нас все с кошками. Я подпишу лично открыточку для того, кто победит, потому что все это закончится, а это останется на память. Тут написано: «Мое теплое пожелание для тебя. Желаю почаще слышать, как сильно тебя любят». Вот, поэтому это будет тоже, я думаю, приятным дополнением к подарку. Все. Пишите комментарий, что вам дает YouTube, почему вы сюда приходите, тянет ли вас сюда. И, наверное, этот конкурс продлится, давайте, числа до 1 декабря. Вот весь конец ноября до 1 декабря. А 1 декабря я объявлю победителя. Всем приятного времени суток и всем пока!